Добрый день. По времени у нас должно было бы начаться, но пока никого особо нету. Подождем, давайте еще минут пять. Может, кто еще появится? У нас по плану на этой неделе, в конце недели, вы должны выбрать групповой проект. И, кроме того, первый этап выложить индивидуального проекта. Сегодня мы хотели поговорить по поводу индивидуального проекта. Ну, подождем, когда люди появятся. Ну, пожалуй, начнем. Меня слышно? Алло, алло, меня слышно? Да, все слышно. Да, хорошо, спасибо. Значит, итак, сегодня первый этап представления индивидуального проекта. У вас мы сегодня обсудим, как это сделать. Вы дома сделаете и выложите первый этап.
Значит, этап выкладывается в виде отчета и, собственно, ссылки на сайт. Это раз. Второе, у нас вы до конца недели должны... Прошу прощения, а первого этапа, ну вот то, что вы первое сказали, этого не было слышно. Первый этап индивидуального проекта сейчас будет обсуждаться. Я вам покажу, как его сделать, а вы уж сами сделаете. Второе. Сегодня вы на этой неделе вы должны выбрать групповой проект. Выбор закрывается, и начало представления группового проекта. Ну, доклады, как я видел, никто не выбрал. Кроме того, я увидел, что на НК никто ничего не выложил. Следовательно, я понимаю, что НК решил не посещать этот курс полностью. То есть сейчас у нас тут НФИ только, да? Правильно я понимаю? Или НКН ну, тоже есть? НКН тоже. Но они почему-то ничего не выкладывают. Ну, хорошо. Давайте мы, если проблемы со звуком будут, бывают такие, что вдруг отрубается звук, вы мне сообщайте, пожалуйста, сразу, чтобы я перегрузил клиента и чтобы начало работать. Итак, одним из ваших работ будет являться так называемый конструкция с индивидуального сайта. Это ваш индивидуальный проект. Сайт, в конце концов, должен быть на двух языках. Сейчас я зашарю, и вы увидите, как все это должно выглядеть. Так, сейчас. Так, вот примерно такой вид имеет сайт. Давайте мы его структуру посмотрим, чтобы вы представляли, что вы должны в результате получить проект. Поскольку, ну, грубо говоря, в России мало кого будет интересовать только в России этот сайт. Вы должны ориентироваться на западную аудиторию. Их русский язык не интересует на данный момент совершенно. И поэтому, кстати, первое при открытии должен открываться именно английский вариант, чтобы люди смотрели. Значит, ну вот давайте на русском варианте посмотрим элементы. Элементы следующие. Краткое описание, кто вы. Ваша фотография. Тут идут ссылки на библиографические базы и на соцсети научные, для того, чтобы человек мог подключиться и увидеть, собственно, ваши ресурсы основные. Поэтому вторым этапом у вас будет как раз, кроме оформлений сайта, еще и подключение ко всем этим базам и создание ссылок на все эти базы. Это мы будем рассматривать на следующей неделе. Интересы образования, все понятно. Ну, это просто скиллы ваши. А тут идет опыт вашей работы. При устройстве на работу, например, это может понадобиться. Ваш блог может идти. В блог вы поместите несколько записей, чтобы было видно, что вы умеете это делать. А тут у нас описание проектов. Это, скажем, научные проекты, которые вы делаете. Ваши выступления вместе со слайдами. Слайды делаются в Markdown и, соответственно, легким движением руки переводится в слайды в вебовском интерфейсе. Вот так вот они выглядят. Слайды в веб-интерфейсе. Соответственно, тут можно и на весь экран развернуть, и распечатать, и так далее.
Это один из вариантов представления слайд. Потом идут ваши публикации. Боюсь, что у вас пока публикаций нету, поэтому для вас эти пункты не актуальны. Ну, облако тегов и контакты. Так, чтобы, если вы не хотите сообщать ваш e-mail, тут каждый может с сайта послать вам сообщение. Вот, в принципе, вот такая простая структура, но, в принципе, этого достаточно, чтобы была некая визитка, некое представление о вас, для того, чтобы могли люди, которые заинтересуются, кто вы такой, посмотреть этот сайт. Ну и кроме того, иногда в публикациях требуется предоставлять не только свои ссылки на библиографические данные, почту, но и сайт сейчас. Мы будем делать сайт на Hugo, как я уже рассказывал, на теме «Академик Hugo». Это как раз тема для создания академических сайтов. И размещать можно где угодно, но мы будем размещать на GitHub. Значит, у нас есть, как вы помните, три варианта хранения исходников гитовских. Это GitLab, GitHub и Bitbucket. GitHub, все они поддерживают вот такого типа персональные страницы. Соответственно, персональная страница имеет вид вашего логина и GitHub IO. Ну, чем хорошо, это не единственный способ размещения, чем хороший этот способ размещения, тем, что за него не надо платить, и он существует вне зависимости от вашего желания. Забыли вы о сайте, он существует, решили что-то там изменить, пожалуйста, обновили. Ну, такие мысли мне навеяло то, что многие сайты ученых, которые размещались на коммерческих хостингах, после того, как и не только ученых, но и научных организаций, там каких-то клубов, переставали платить за них, и сайты исчезали, умирали, и информация о них пропадала. Ну, платить могут перестать по разным вариантом. Итак, вам нужно создать два репозитория. Значит, вот ваш профиль, и вы должны создать два репозитория. Репозиторий, который будет называться полностью как ваш сайт будет. Ну вот, ваш юзернейм GitHub.io. Вот у меня есть такой репозиторий, вот, например, для этого я сделал показать. Вот он, видите, он называется юзернейм GitHub.io. Для персональных репозиториев GitHub не позволяет размещать исходник репозитория и, собственно, страницы репозитория HTML-овские в одном и том же репозитории. Вам нужно именно вот для персональных страниц сделать новый репозиторий. Сделаем репозиторий, скажем, блог. У меня блог есть, я сделаю блог new. Ну, такой репозиторий сделаем. А потом, а вы сделаете, ну, неважно, как он называется. Вот я делаю репозиторий. Блог new. Значит, паблик, вы можете private сделать. И раньше проблема была в том, что на GitHub private репозитории были только платные. Сейчас они снизили немного ограничения, но паблик пусть будет. Значит, ничего добавлять не будем. Создали репозиторий. Значит, вот. И вот тут вот описание, как дальше
делать с этим, что дальше делать с этим репозиторием. На самом деле, давайте эту страничку оставим, чтобы пользоваться ею. И вот посмотрите, мы работаем по двум протоколам, HTTPS и SSH. HTTPS обычно read-only, а SSH для записи. Для того, чтобы вы могли работать с этим репозиторием нормально, нужно не забыть сделать в этом репозитории, сделать на вашем сайте SSH-ключи выложить. Давайте настроим. Так. Сейчас. Settings. Вот у нас тут SSH и PGP-ключи. Вот у меня тут выложен ключ. Давайте вспомним, как выкладывать ключи. Итак, вот у нас есть каталог ss.ssh. Тут находятся ваши ключи. Ключи генерятся с помощью SSH keygen. Вот с помощью вот этой команды. Значит, у нас тут DSA, RSA, ACDSA и AD255-19. Значит, DSA у нас максимально, по-моему, 1024 ключ. RSA идет максимально 4.96. ACDSA это на эллиптических кривых, как бы более старая реализация. И ED255-19 это более новая реализация ключа на эллиптических кривых. Кроме того, при работе с этим ключом включается современный формат обмена ключей. Не все поддерживают этот ключ, но, например, GitHub поддерживает. Но давайте мы сгенерим этот ключ. Keygen минус T. Нажимаете Enter и генерите этот ключ. В результате у вас получается вот такая пара закрытые и открытые ключи. Вот такой ключ открытый. Вы New SSH Key сюда копируете ключ. Вот видите, что он поддерживает RSA, ED255-19 и CDSA с разными протоколами. Название ключа и ключ. Все. Вы добавили ключ, после этого вы можете работать с сайтом без ввода пароля. Ну вот тут подсказка про то, как генерить ключ. Пожалуйста, все что угодно. Виндовый SSH немного кривоват, поэтому не уверен, что он хорошо будет работать. Значит, вот мы сделали два репозитория. Хранится ваш блог будет храниться и репозиторий, в котором будет храниться ваша веб-страница. Ну вот, я тут небольшую шпаргалку сделал вам. Сейчас мы попробуем, чтобы она работала. И если все нормально, то я ее вывешу. Значит, сделали мы workblock каталог. Значит, download.
Будем скачивать с помощью GitHub. Вот, давайте склонируем. И пишем тут GitHub, git клон. Вот так. Git клон. Вот эта ссылочка и каталог пусть называется git. Сейчас скачаем. Вот, собственно, скачали. Значит, этот каталог привязан к тому гиту. Значит, а это мы не то скачали, извините. Мы скачали саму тему, а нам нужно было не тему скачать, а... так... Мы не то скачали, извините. Мы не тему должны, а шаблон были скачать. Значит, они делают шаблон, чтобы удобно было заполнять. То есть есть тема, а это шаблон. Вот Kickstart он называется. Вот его мы должны были скачать. Скачали Kickstart. Значит, что мы тут уберем лишнее? Вот эти каталоги. Потом... Git модуль. Оставим вот файл view, он запускает просмотрщик. Значит, и теперь что сделаем? Собственно, превратим в git вот этот каталог. Git init сделали репозиторий. Git add, git commit минус am initial commit. Ну вот, сделали. Значит, что мы теперь должны сделать? А теперь вот смотрим вот наши рекомендации для того, чтобы запушить наш репозиторий. Вот мы его запушили. И привязали, что он будет... Значит, это мы подключили репозиторий удаленный, а теперь запушим в мастер. После этого он по умолчанию пушить будет именно в мастер. Видите, создал. Давайте посмотрим наш репозиторий. Ага, вот, давайте, вот, раз... репозитории мои. Вот появился блок new. И вот его контент появился тут. Вот, собственно, рыбу мы и сделали. Значит, теперь мы давайте запустим view. Так, ах, да, рыбу-то сделали, тему не подключили, академик. Убираем. Теперь давайте скачаем тему в виде подмодуля. То есть эта тема будет как ссылка идти. Мы ее всегда можем обновить. Вот подмодуль. Значит, тема у нас вот так будет цепляться. Git подмодуль добавить. Адрес темы, поскольку у нас ключей нету от того сайта, мы никак туда на запись зайти не можем, то мы его по HTTPS скачиваем. И каталог, к которому будет прицепляться данная тема. Вот так вот. Вот она, тема появилась. Вот тут example сайт. В принципе, мы могли бы его использовать, но он более такой скромный по разветвленности, мы лучше вот Kickstarter используем. Все, куда у нас тема, она не имеет собственного гита, как вы видите, а гит ее будет лежать, вот он, модули, и вот гит вот для этой темы лежать будет. Все складываться сюда будет. Значит, view запускаем, нажали. А вот он сгенерил сайт, достаточно оперативно. Вот localhost 1313. Мы запускаем его в сайте, в этом, в браузере.
И вот у нас сгенерился наш сайт. Этот сайт вот в таком вот виде и выглядит. Значит, у меня тут вопрос пришел, как генерить ключи под виндой. А там вот ссылка-то, собственно, была на генерацию ключей. Вот давайте. Settings. С Windows вообще полнейшая проблема, потому что там несколько SSH генераторов. И вот я даже не могу сказать, какой из них более адекватный. Насколько я представляю, Putty может генерить. Потом может генерить SSH, который цигвиновский. Так. Дальше может генерить SSH, который в последней десятке идет, в самой последней. Так что вот. И, естественно, SSH, который идет в комплекте с Windows Linux Subsystem. Windows Subsystem for Linux, VSL. Значит, как Putty генерит. Putty, кстати, генерит не самым лучшим образом. Значит, у нас Hugo работает, как вы помните, и под Windows, и под Unix. Поскольку это бинарник один, то проблем нету. Значит, Putty у нас как... Putty Keygen Windows. Putty под Windows тоже есть, но особо его не используется. Так. Где тут что-то написано? А. Вот. Вот тут написано, как генерить с помощью Putty ключи. Да, вот тут видите все варианты, пожалуйста, используйте. И даже можно с графической оболочкой. Вот. Все описано тут. Пожалуйста. Как генерить ключи с помощью Putty. Итак. Мы открыли наш сайт. Как видите, он очень простой. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Собственно, этот сайт. Тут у нас... конфиг. В конфиге вам обязательно нужно заполнить будет base URL. Поставить вот URL вашего сайта. Вот для меня, вот, скажем, вот этот вот. Для вас то, что у вас будет. Почему? Потому что и без этого будет работать, но многие вещи генерятся при подключении этого URL. Например, sitemap, который используется поисковиками, обязательно используют этот URL, и без этого поисковики вас отлавливать не будут. Так, это поддержка нескольких языков, это у нас дальнейшие этапы. У вас статик – это статический контент некий. Значит, и вот, собственно, контент. Первоначально тут один единственный автор, ну, на самом деле тут может быть несколько авторов, скажем, несколько людей, если вы делаете не персональный сайт, а сайт для организации, скажем, какая-нибудь лаборатория и так далее. И вот, собственно, вот этот индекс, который выдает вот эту информацию. Значит, закомментировать можно с помощью диеза решеточки. Значит, вы заполните. Вам нужно заполнить все вот это вот
все эти вещи заполнить нужно. Дальше у вас home – это фрагменты, которые идут дальше. Для первого сайта вам эти фрагменты не нужны, эти виджеты не нужны. Давайте мы их временно заменим на ориентируем, а тут сделаем active false сделаем. И во всех виджетах их пока отключим. Они нам не нужны. Виджеты можно будет подключать по мере необходимости. Если у вас есть какие-то активности, соответствующие этим виджетам, то вы их включаете. Так, перегенерация идет во время работы, то есть вот все раз и все, что осталось от сайта. Значит, что у нас тут? Popular Topics – это автогенерится он, так что можно не обращать внимания. Значит, фотографию вам нужно сюда поставить. Фотография, вот, автор, аватар, вот он. Генерация. Давайте посмотрим свойства ее. 400 на 400. Вот такую фотографию сюда помещаете свою, и она появляется тут. Там эта информация написана. Эту информацию пока можете закомментировать. Она не нужна. Это будет дальше. И интересы и образование тоже пока на следующем этапе. Все, что вам нужно, это вот сделать вот такие манипуляции и вот фотографию, фамилию, студент Российского университета дружбы народов и краткое биографические какие-то замечания по поводу вас, кто вы такой. Значит, теперь, собственно, вот как все дальше работает. Смотрите, если мы просто запустим Hugo, он сделает папку public. И вот тут-то находится весь этот сайт. Если мы view запускали, то он просто хранит его где-то временно и показывает. И веб-сервер запускает. Вот этот сайт. Ну вот тут смотрите, индекс, сайтмэп. Вот видите, тут только палочка, и вот по этой палочке мы, естественно, сайтмэп ничего не найдем. Сайтмэп нужен конкретное имя хоста, которое мы должны поставить. Ну и вот тут все остальные элементы нашего сайта. Сайт мы должны выкладывать наружу. Поэтому мы, как вот git модуль подключали, так мы должны подключить вот тут вот, добавить submodule к каталогу public. Каталог public я стер, поскольку он должен создаться. После того, как вы добавили этот submodule, у вас каталог public будет указывать на ваш репозиторий, созданный username github.io.
После этого вы можете, зайдя в каталог паблик, закоммитить ваш репозиторий на сайт. Я сделал скрипт deploy, который, собственно, все вот эти действия тут описывает. Вы можете его сделать, и этот скрипт будет просто при нажатии его перегенерять сайт, перегенерять и выкладывать его на GitHub. Все. Вам нужно в конце недели это сделать, вот такой сайт на GitHub, чтобы он был. Соответственно, в отчете вы описываете, что вы делали кратко, и даете ссылку на ваш суперсайт. Вот это то, что мы должны сделать на этой неделе. То есть мы придерживаемся идеологии agile. То есть нам нужно сделать хоть какой-то продукт, хоть что-то представляющее из себя, как можно быстрее. А потом добавлять все новые и новые элементы. То есть идеология не то, что мы сразу сделаем полный продукт, и он сразу будет работать, а идеология то, что мы выкладываем по кусочкам добавлять проще, и в результате мы получаем некий рабочий продукт, который, собственно, и достаточно быстро становится рабочим. Итак, есть ли вопросы? Давайте я на них отвечу. Вопросы есть? Нет? Вы сейчас пользовались каким-то файлом. А этот файл есть на Твиче? А я его сейчас выложу туда. Я сделал, чтобы опробовать, что все нормально будет. И вам все понятно. Так. Еще вопросы? Вопросы по лабораторным какие-нибудь возникают у вас? Нет вопросов, я понимаю. Ну хорошо, тогда у нас... Извините, Дмитрий да. Сергеевич, можно? У меня есть вопрос, можно спросить? Так. Сейчас, подскажите, пожалуйста, как нам URL сделать для GitHub.io? Ну, вы там показывали в файле, там слэш стоял. Подскажите, пожалуйста, как сделать URL? Значит, еще раз. Вот этот вот base URL, это ваш репозиторий. Вы создаете репозиторий. Вот я показываю. Вот я создал репозиторий, который состоит из моего логина. Вот username GitHub.io. Вот так репозиторий называется. Это фишка GitHub, и у GitHub, и у Bitbucket, у GitLab, у них специальные имена есть репозитории. Если вы репозиторий с таким вот видом, с таким названием создаете, то он автоматически цепляется вот на такой URL. Вот это и будет URL вашего репозитория, во вашей странице. Понятно? Да, понятно. Понятно? Спасибо. Понятно. Да. То есть вот именно это зафиксированная такая у них фишка, что и на GitLab тоже будет называться, вот скажем, Yamadharma GitLab.io, и на Bitbucket точно так же, только там Bitbucket.io и так далее. Это у них фишка, что когда вы такой репозиторий создаете, на него цепляется сразу веб-интерфейс. Так, дальше вопросы. Вопросы. Есть вопросы? У меня вопрос, я немного просто
просрочил лабораторку, могу ли я ее дождать? Нет. Я вам писал по этому поводу. Нет, нет, нет. Значит, как я уже говорил в начале, поскольку это по выбору, то у вас должна быть какое-то желание ходить на этот курс, раз. А второе, я считаю, что исполнение вовремя лабораторных, это тоже входит в ваши профессиональные обязанности. Я лабораторную так продлил на сутки, и после этого продления вы все равно не успели ее сдать. Сдать до бесконечности вы все равно не будете успевать сдать. Ну, значит, не сдали одну лабораторную. Следующие будете успевать. Все. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Ну, тогда я думаю, сегодняшние контактные часы можно завершить. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Прошу прощения. Да? Продлить на один день хотя бы срок сдачи вот именно индивидуального проекта. Вот. То есть вам опять не хватает времени, да? Хорошо. На один день первый этап индивидуального проекта я продлю. Спасибо большое. Огромное. Да. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.